Новый Бравл Пасс и Бравл Пасс Плюс. Новые скины, новые скины, новые скины и еще новые скины. И еще бесплатный скин. Календарь подарков, бесплатный мифический бравлер, новые гиперзаряды и гиперзарядный хаос. Новый режим 5 на 5 с новыми картами и оформлением, новые награды на пути славы и еще много всего интересного. Поэтому обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. И да, самое главное, новый Бравл Пасс и Бравл Пасс Плюс, все новые скины и акции, все это вы сможете купить в моем официальном магазине Robzy Shop по ссылочке в описании. Если вы сейчас попытаетесь задонатить Бравл Старс, у вас будет ошибка. Донаты не работают, но, друзья, в моем магазине вы это можете сделать. Все максимально просто. По ссылочке в описании нажимаете «Купить», «Каталог», выбираете «Бравл Старс», выбираете нужный вам товар, вводите свои данные, оплачиваете, и вам покупают акцию или товар. Все максимально честно, безопасно и быстро. Каждый день сотни моих подписчиков покупают в моем магазине. Поэтому не упускай возможность и ты. А еще, друзья, я подумал, нужно поднимать как-то новогоднее настроение. Недавно я делал конкурс на 12 скинов олень-гриф для своих подписчиков в телеграм-канале. Поэтому я решил, сегодня я сделаю конкурс еще на 10 скинов Джеки с подарками. Ребята, новогодний скин, новогоднее настроение. Залетайте в мой телеграм-канал и нажимайте кнопочку «Участвовать». И не забывайте подписываться и ставить лайки. Итак, друзья, тот самый Бравл Пасс и Бравл Пасс Плюс, которые будут стоить 6.99 и 9.99, конечно же, в долларах. Это совершенно новый Бравл Пасс, которого у вас не будет, если вы не задонатите, а его вы можете покупать, вы помните где? Правильно, в моем магазине по ссылочке в описании. Этот Бравл Пасс у нас также прокачивается за гемасики. Вы можете сейчас увидеть все подарки, которые даются в этом Бравл Пассе. И, конечно же, подарки, которые даются отдельно в Бравл Пасс Плюс. Напомню, что этот Бравл Пасс будет длиться теперь у нас месяц. И уровней здесь стало, ну, явно меньше, ребята. Явно меньше, а наград, ну, мне кажется, явно больше. И вот два новых скинчика, которые я сегодня вам покажу. И в конце, кстати, Бравл Пасса, когда вы набиваете сверх уровня, у нас не даются больше награды, а даются, точнее, даются награды, но не те, как раньше. Даются рандомные призы Стар. Ну, а теперь пройдемся по скинам. Максимально новогодний скин Санта Стю, который будет стоить 149 гемов. Массиков, и официальные ютуберы будут его разыгрывать, но не переживайте. Я тоже сделаю для вас конкурс на этот скинчик в моем телеграм-канале. Ну а если вы не выиграете, вы можете его купить в моем магазине, ребят. Скин максимально крутой, друзья. Еще и даются иконка и офигенный значок. Новогодний скин с новогодней анимацией. И посмотрите, Стю теперь у нас бросается подарками, а вместо огня, ребята, вместо огня, заметили? У него теперь ледяная вот такая штука. Блин, смотрится прям вообще обалденно. Посмотрите на эту красоту. Темный ангел Кольт. И он стоит 149 гемов. Но, ребята, 24 декабря в календаре подарков он будет бесплатный. Да, друзья, 12 декабря мы с вами получаем бесплатного мифического бравлера Мика. А 24 декабря мы получим с вами вот этот скин бесплатно. Да, если вы вдруг не успеете его забрать, потом он будет, конечно же, стоить за гемасики. Но пока он бесплатный, я думаю, что стоит всем поднапрячься, зайти в этот день и забрать этот скин на халяву. Конечно же, еще иконку игрока и значок. Вы же, конечно, хотите посмотреть, как он... О, боже мой! Ребята, все, я хочу себе этот скин. Я хочу этот скин себе любой ценой. Посмотри на эту красоту! Я не знаю, это просто... Это просто, я не знаю... Серьезно, это... Вот это будет бесплатное? Вот этот скин! Посмотрите на ульту, на атаку, блин. Я реально влюбился в это... Я влюбился в этот скин. Это... Ну, а, кстати, вот это не поменяли.
То есть, под гиперзаряд они поменяли, но нет, без гиперзаряда это очень красиво, это офигенно смотрится, это прекрасно, и разработчики молодцы. Ну и, конечно же, друзья, скинчики для нашей Колет. Это Пинку Мяулит, это, конечно же, Мидори Мяулит и Кира Мяулит. Ребята, это настолько няшные скины, что это просто жесть, таких скинов еще не было. Это новый, я не знаю, тренд и скин в виде аниме, мне просто интересно посмотреть, насколько он интересный. Она бросается чашечками с кофе, окей. Она прикольная. А как работает ее ульта в этом аниме стиле? И офигеть, посмотрите, как она выглядит. Она реально очень красивая, но это еще не все. Кстати, эти скины будут находиться у нас как раз таки в новом Бравл Пассе. А вот эти две расцветки, Мидори Мяулет и Кира Мяулет, будут находиться, ребята, в Бравл Пасс Плюс. Самый офигенный скин этого обновления — это мультяшка Спайк, ребята. Посмотрите, как он прикольно двигается. И знаете, что вы получаете за 299 гемасиков? Вы получаете величайший скин, которого не было в игре, и кучу крутых штук, ребята, иконку, эмодзи, спреи, ну и, конечно же, кучу эмоций в использовании этого бравлера, потому что он будет играться совсем по-другому. Посмотрите, как он перемещается, посмотрите на его атаку, боже, вот эти мультяшные, ребята, кактусы, это очень круто. Это, блин, офигенно, офигенно просто. Кстати, гаджет работает, как будто он по-старому работает. Посмотрите на эту ульту. Ну что это такое? Ну как это может быть? Это настолько мило, что просто жесть. Кстати, когда включаешь гиперзаряд, у него, смотрите, у него гиперзарядные штуки. Смотрите, вылетает. Ой, боже мой, это очень красиво. Ребят, серьезно, этот скинчик я первым делом буду покупать. И, конечно же, в моем магазине Robzy Shop он будет продаваться со скидочками. Также, друзья, у нас будет февральский сезон под названием «Драконья яма». Там у нас снова появится вирусный 8-бит за 299 гемасиков и антивирус 8-бит за 299 гемасиков. Ребята, его перекрасили, но посмотрите, что вы получаете помимо скина. Помимо скина в 300 гемов вы получаете кучу всего. Ребята, кучу всего, и, блин, это реально прикольно. Ну, все вы знаете, как выглядит вирусный 8-бит. А вот как выглядит антивирусный 8-бит и как он атакует, мы сейчас с вами обязательно проверим. 10 тысяч хп, все как обычно, и... Да, у него просто поменялась расцветка. И поэтому я думаю, если у вас есть вирусный 8-бит, то антивирусный 8-бит вам нет никакого смысла покупать, если честно. Свирепый Фэнк появится тоже в феврале за 149 гемасиков. Опять же, это Фэнк, которого перекрасили и добавили ему несколько прикольных значков. Но скинчик, наверное, того стоит. Я не знаю, насколько сильно он изменился, ребята. Вы можете, в принципе, написать в комментариях. Но знаете, что я знаю? То, что у него добавили, ребята, гиперзаряд. И под гиперзарядом он теперь пролетает просто сквозь стены. Он теперь пролетает сквозь стены, ему пофигу на все, что он должен двигаться, не двигаться, и это реально круто. Это реально круто, он теперь реально читер. Победитель Отис, в честь победителей чемпионата мира по Бравл Старсу 2023 года, тоже стоит 149 гемасиков. У него есть, конечно же, новая иконка и новый спрей. Точнее, значок. Бросается он чем... какой-то энергией. Окей, ладно. Отис раньше бросался краской, теперь какой-то энергией. А ульта у него теперь красивая спящая звезда, которая цепляется. Прикольно. Карнавальная Пайпер, 149 гемасиков. Вот этот скин мне действительно нравится. Офигеть, какая крутая. И, конечно же, мы с вами ее протестируем, ребята. Карнавальная Пайпер. Насколько прикольная атака. Она стреляет попугаями. То есть теперь она вместо патронов стреляет красивыми попугаями. А мне интересно, как выглядит ее ульта? Ага, это барабаны. Ну ладно, мне нравится. Скин на день влюбленных. Ну, на 14 февраля. Кукла Джесси, посмотрите, какая она милая. Какая она красивая. И стоит всего лишь 29 гемайсиков, ну, либо 1000 блингов, ребята. И этот скинчик у нас без изменения анимации, но просто красивый, милый и забавный. Куда же без скина на Эль Прима? В каждом обновлении тысячи скинов на него выпустили, и все равно мало. Эль Квотербэк за 199 гемайсиков, ребята. Много с ним всего идет.
Мы сейчас посмотрим, как он изменился. И да, и иконка, и профиля. Это одно и то же. И значок, и, конечно же, у нас еще и спрей. Эль Квотербек. Насколько интересный. Бьется он какими-то руками. Он и так рукой бьет, плюс анимация руки. А вот прыжочек. Как всегда, огонь. Воу! Там было написано тачдаун, ребята. Вот это было красиво. Слушайте. А вот ульта у него прям имба. Посмотрите, сейчас будем делать ульту просто по КД. Так, смотрите, тачдаун, 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 ребята. Вот этот скин реально. Ульту здесь постарались сделать очень круто. Поко с видеозаписи. Если вы знаете, откуда взят этот Поко, с какого мультфильма, ребят, напишите мне в комментарии. Стоит он 149 гемасиков. Конечно же, он включает в себя, конечно же, иконку и эмодзик. Ну а проверить мы с вами просто обязаны его. О боже, как это красиво! Посмотрите на эти музыкальные ноты. Ну а теперь, может быть, ульта еще лучше? Вау! Не-не-не-не-не, ребята, это очень красиво. Это правда очень красиво. Это божественно. Нет, этот скинчик реально стоит своих 149 гемов. Красный король Фрэнк за 299 гемов. И синий король Фрэнк тоже за 299 гемов, ребят. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, откуда взяты эти скинчики. Вместе с ними получаете кучу наград, иконок, эмодзи по 9 штуки. Я хочу посмотреть, насколько он хорош. Два скина вам обойдутся 600 гемасиков, ребята. Это просто какой-то трэш. Смотрите, что он делает. У него есть анимация добивания. У него есть анимация добивания. За каждого добита появляется флажок. Ну-ка, погодите-ка, серьезно. Офигеть! Это офигеть, как круто! Посмотрите! Посмотрите на анимацию добивания. Блин, это очень круто. Это прям шикарно. Это прям нравится за каждого убитого. То есть, если он не погиб. Ой-ой-ой, посмотри, он ломает стены. Посмотри, что происходит. Добивает. А если не добил, то... Смотрите, вот так вот. А ульта, если ульта, появляются вот такие... Офигеть, как крутой скин. Я хочу себе такой купить. Новый мифический гаджет на Мортиса. Скорость летучих мышь увеличивается на 50%. Повлияет ли как-то на его силу? Я не знаю. Напишите в комментарии. Переработка Шелли. Ее сделали красивее или некрасивее. Я не знаю, что в ней сильно поменялось, но... Вам, наверное, виднее... Почему ее так пытаются изменить? Ну, наверное, круто. Конечно же, ребята, новые призы на пути к славе. Как вы заметили, что здесь появилось. Конечно же, появились, ребята, вот это. Вот эти, ребята, призы стар. Их здесь раньше не было, вы понимаете? Откуда они здесь взялись? Теперь здесь призы стар. Теперь здесь призы стар. Я думаю, как только все зайдут в игру, получат кучу всего, кучу наград. Потому что теперь призы стар нужно будет все пособирать. Повыпадает куча легендарок, мифических, эпических бравлеров. Я надеюсь, что вам это поможет. И вы станете еще сильнее, круче и вообще офигеннее. Блин, реально, смотри, сколько призов. Сколько здесь будет теперь призов? Вы только посмотрите! Новый режим 5 на 5, который я еще придумал 3 года тому назад. У меня есть видео даже на канале. Насколько хорош этот режим. И, кстати, как вы заметили, я играю за того самого красивейшего Спайка, который можно только придумать. Здесь у нас по бокам какие-то ледяные штуки. Да, ребята, в игре у нас новое окружение, как вы могли заметить. Так, погоди. Ой, как это круто смотрится. Вот эти новогодние елочки, блин, и все. Мне интересно, как Спайк умирает? Офигеть. Никак не умирает, он просто отлетел. Подожди, снеговики у нас не сбиваются. Блин, его шипы, это реально отдельный вид искусства. Блин, как оно еще и скользит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите, как выглядит теперь совсем все по-другому. Ну а теперь те самые новые гиперзаряды. Канцелярские ножи. Ножи ворона пронзают цель насквозь и возвращаются к нему как бумеранг. То есть вы хотите сказать, что вороном я вот этого робота сейчас просто расколбашу на изи? Включаем и начинаем, ребята, делать ульту. Посмотри, она возвращается постоянно. Офигеть, смотри, что происходит. Боже мой, что он творит, ребята, это просто какая-то жесть. Насколько он мощный был, пока был гиперзаряд, вы это сами все видели. Инкогнито, Леон остается невидимым, когда атакует противников. Ну-ка, проверим. То есть, если я включу сейчас инвиз и атакую...
Я реально не выхожу из инвиза? Это же бессмертие какое-то, серьезно. Супер Фэнга пробивает дорогу сквозь стены, роняя попкорн по пути. Но вы это уже видели. Гиперзаряд Эдгара. Супер, после использования скорость зарядки и перезарядки увеличивается на несколько секунд. Ну, здесь все просто. А вот гиперзаряд Динамайка я хочу проверить. По идее, он бросает и... Посмотри, сколько бомб полетело еще вокруг. Божечки ты мой, что происходит? Посмотри, что он творит. Под гиперзарядом он разбрасывает огромное количество... Боже, это... Что происходит? Просто вся карта в динамитах, ребята. О, боже мой, ребята, он столько сюда бросал, и я не знаю, он просто разнес всю карту. Ну и, конечно же, друзья, календарь подарков, который появится уже 12 декабря и будет длиться до 26. И самое главное, что 14 мы получаем мифического бравлера бесплатно, а 24 получаем офигенный скин на кольта. Как вы знаете, это Ангел Кольт. 24 декабря тоже бесплатно. Магазин RobZShop по ссылке в описании. А в моем телеграм-канале, друзья, есть конкурс на 10 бесплатных скинов Джеки с подарками. Залетайте, участвуйте и выигрывайте. Покедова!